встретили своего человека, скорее всего, есть две причины. Одна из них – это то, что мы его уже давно потеряли. Вторая – это, скорее всего, то, что мы его все-таки найдем. Я не боюсь уже высоты, я не боюсь уже дикой боли, я лишь боюсь... Кончается море, далеко-далеко, где кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.